что же изменилось в обновленной Витаре? Если говорить о передней части, радиаторная решетка, то, с чем они экспериментировали всегда. В прошлой в каждой комплектации была своя. Они продолжают традицию, для базовых одна решетка, для средней комплектации и полной комплектации другая решетка. Передний бампер тоже поменялся. Здесь стоит высокоэффективный улавливатель различных хрущей и воробьев. Смотрится отлично, но все-таки для функционала хорошего рекомендую поставить сетку. Сзади изменений немного, но они тем не менее заметны. Первое — это, конечно же, фонари. Они немного изменили форму, стали более выпуклыми, а самое главное — обзавелись светодиодами сзади, причем это во всех комплектациях. То же самое касается у нас и заднего бампера. Накладка, имеющая наподобие заднего спойлера, и задний ход перекочевал у нас в центральную часть.